Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня на 1 апреля дали вот такие вот плюшечки на каждом из серверов, и я решил посмотреть, какие же шансы на каждом сервере на эти плюхи и что мы за них получим на каждом сервере, на разных аккаунтах. Возможно, одно и то же. Вот это самое интересное, думаю, для многих. Посмотреть, посравнивать сервера. Это у нас наша десяточка. Молодой донатный аккаунт второй, который я развиваю, который я потом разыграю. Большинство из вас проголосовали за то, чтобы мы его качали дальше. Мы его качаем дальше. У нас уже дофигища героев есть. Так, отлично. Есть, забрали мы плюшечки. Поехали. Странно, что они дали столько мешочков. Так, рогатка. Понятно все. 30 смертушки, это уже неплохо. Так, изворот, ну такое себе. Десять рогатки и 10 трифида. Ну, честно говоря, нехти. О, 5 космо, нифига себе. Это, конечно, жестко-жестко. Так, окей. Поехали на второй аккаунт на этом сервере. Основной, скажем так. Теперь мой аккаунт. Ну, конечно, эти плюшки я их могу и так открыть. Ай, мы не на тот аккаунт зашли. Так, сейчас, секунду, ребят. Хотя, в принципе, что, давайте еще и здесь откроем. Что не открыть здесь? Где там наш бонус? Главное, чтобы места в рюкзаке хватило. То, о чем я и говорил. Так. Сейчас мы расходники пооткрываем, чтобы было более удобно. Так, еще места не хватает. Это ужасно. Посмотрите, какие у меня тут есть плюшечки. Так, плюшки, просто оближешься. Так, ладно. Не отвлекаемся. Бум, Атлант, мега имбище. Так, давайте сундучок откроем. Коробочка. Питомцев тоже открываем. Так, давайте начнем опять с первого. Дар жизни, ну такое. Интересная, конечно, тема, но не ахти. Бугимен 5 штук. Вот мне интересно, на каком вот сервере реально имбовый изворот 4. В принципе, уже я вам скажу, получше, чем на предыдущем аккаунте. О, вот это кайф. Вот это для архидемона. Милость Святого, по-моему, называется на русском. 10 осколков на лазурь. Тоже, в принципе, неплохо. Ой, космо. И здесь космо нам упал. В общем, вот так вот. Так, сейчас мы еще имба-героев вытащим. Всяких имба-плюх. Отлично. Посмотрите, как быстро развивается этот аккаунт. Просто жесть, ребята. Так, отлично. И тут только чик. Каменка. Ничего себе. Так, мне обучения только сейчас не хватало.
Так, ну что, делаем мегарол. 2800. Блин, ну почти. Ты дышь. Ну, такое себе. Я ожидал все-таки поинтереснее. Это был мега роллинг. Ну, такие себе плюхи, честно скажу, не особо. Поехали на основу. Хотя, блин, это что нас на гостевой кинуло так? Странно. Очень странно. Так, ну у меня тут некоторые мешочки есть в избытке даже. Ну, мы так плюс-минус пооткрываем. Такс, дар жизни. Талантом неплохо, это уже круче. Так, ребит, ну такое себе. Так, ну тут, знаете, тут непонятно. Тоже изворот упал, но будем считать, что типа где-то так же. Лазуля. Это, знаете, так, чисто ради теста. Так, здесь 25 скина. Ну, такое себе. Поехали на русский сервер. На русском, я думаю, будет самый-самый топчик. Сундук. Шутника. Поехали, посмотрим, как у нас. Так, не хватает места. Да что это такое? Надо почистить эти склады. Так, отлично. Поехали. Седна 10. Ну, такое себе. Давайте тут сразу 3 посмотрим. Смертушка. Эмблемка, фигня, в принципе. Опять изворот. Ну, видите, в большинстве случаев падает изворот, рогатка. О, ничего себе. Это неожиданно. ПДшка. Ну, 10 осколков на космо. Ну, в принципе. Что у меня тут делает эмблема еще? СО. СОС. Так, тоже надо пооткрывать. Что валяется? Пылится у меня здесь. Кстати, может это смотрители здесь докачать? 45-е, как бомжик какой-то. Так. Поехали на следующий аккаунт. Сейчас Арделя натащит круче всех. 100%. В общем, как видите, где-то плюс-минус изворот падает одинаково практически всем. Ну, из последнего там космо падает. Так. Давай, Сарделька, покажи класс. Удиви всех нас. Бум. Эктоплазма. Ремка, ничего себе. Правда, 1.9. Ну, то такое. Все никак не привыкну к этому времени. Так, что тут у нас получить? Все, это еще какие-то... А, это мы сегодня набор же забрали. Супер мега набор, который раздавали, сундук шутника. Сейчас, короче, мы тут пооткрываем. Невозможно получить. Супер открытие. Так, давайте это все вольем куда-то. Так, тут восьмерка. Я качаю пока сейчас фрейм.
Так, отлично. Тоже открываем. Неплохо здесь, кстати, уже плюх накопилось на сарделе. Надо что-то замутить. Бум-бум-бум-бум-бум. Кенди. Ну, Кенди, честно говоря, она мне тут погоды на этом аккаунте никак не сыграет. Точно так же, как и Суккуб. Так, а ну-ка, что тут у нас за сетик? Чик. У-у-у, ничего себе, бог войны. Ну, конечно, это не ремка, но бог войны тоже, в принципе, очень и очень даже неплохо. Конечно, не топ. И не то, что хотелось бы. Ну и на этом мы держи спасибо. Это халява. Это, ребятушки, халява. Так, ну поехали. Еще здесь сейчас вытащим. Космо. Рогатка 20. Ничего себе. Бугимен. Тоже уже практически собрали. Но больше всего здесь осколки. Изворот 4. Совпадение, не думаю. Лазуля 20, ничего себе. Вы видели такой трешечок? Я же говорил, что этот аккаунт самый везучий. На Лазуле еще 10 скина. И тут сейчас будет мега имба. Бум. 10 осколков. Ну, что я могу сказать? Неплохо. Очень даже ничего. Так, а что у нас тут по осколкам делается? Печально, короче, у нас тут все 5-10. В общем, есть еще над чем работать. У некоторых героев, видите, уже под 50 осколков. По чуть-чуть они копятся. А, так, отлично. Ну что, поехали еще на китайку забежим. Посмотрим, что там интересного есть. Может, там что-то вообще мега имбовое выпадет. Но я в этом сомневаюсь. Но все же посмотреть надо. Так, ну тут акций дохренища. Осмы, шмосмы, короче, все, что хочешь. Заролинг карт, так, ну нам это самое интересное. Остальное все пофиг. И здесь места не хватает, но это просто звездец какой-то. Давайте тут сделаем вот так. Опа. Это уже как бы, ну, китайка. Китайка будет у нас не в счет. В общем, со всего, что нам выпало, мне больше всего понравилось, конечно же, сарделя. Ну, даже не дает открывать. Вот это фига. Тут скин получили. В общем, сарделька рулит, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Я побежал спать. Всем удачи, всем пока.